қайда бір банк қоймасынан белгісіз бағытқа 40 миллион теңге шығарылды. Адам айыра белгісі жоқ автокөлік Астана көшесімен келеді. Банктан бастап белгіленген пунктке дейін аппараты жолды қоғамдық тәртіп сақшылары бақылайды. Барлық банкноттардың нөмірлері көшіріліп алынған. Студияға кірер алдында барлық көрермендер қалта телефондарын, аудио-видео техникаларын тапсырып, қатаң бақылаудан өткізіледі. Қауіпсіздік қорғау қызметкерлері студиядағы әрбір адам туралы мәліметті жинақтайды. Өйткені қайбіреуінің осы жерден 40 миллион теңгемен шығып кету мүмкіншілігі бар. Мен Абдель Мұхтаров, және сіздер 40 миллион теңге шоу бағдарламасын көріп отырсыздар. Ойын столында туп-тура 40 бума жатыр. Бірер секундтан кейін ақ, мен осыны біздің ойыншыларға ұсынамын. Ал олар осы ақшаларды ұстап тұра ала ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Мен студияға біздің келесі ойыншыларды шақырамын. Аида мен Дәурен қызметтестер. Олар банкта бір бөлімде жұмыс істейді. Дәурен өзіне Айданы сыңар етіп алуының себебі Аида ақылды. Жарайды, келісейік. Бірақ біз оны жақында тексеріп білеміз. Здравствуйте, Дәурен. Здорово. Здравствуйте, Аида. Приятно познакомиться. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Отлично. О, вот они и деньги. Вот так выглядят деньги. Итак, вы друзья, коллеги. Коллеги по работе. Так, хорошо. Аида... Самое умное, вы сказали, Дәурен. Да. Аида самая умная, на ее эрудицию, я надеюсь, сегодня. Так, поэтому... а по каким признакам вы это определили? А, как-то я Аиде не говорил этого, как-то в кабинете мы сидели, разгадывали сканворд, я заметил, как она так. Отлично это делает. Все сканворды отгадала. Да. А чем еще на работе вы занимаетесь, кроме того, как отгадываете как раз сканворды? Нет, мы во время обеда это делаем. Да. А во время обеда? Да. Итак, на что потратите 40 миллионов тенге? Ой, масса планов, конечно. Ну, как ни банально звучит, конечно, там, ну, бытовые какие-то моменты решить. А вообще у меня такая мечта совершить путешествие по Европе. Понятно. Дәурен, а у вас? Я думаю, легко придумаю, на что их потратить. А заранее не думали еще об этом? Есть машины, о которых мечтаешь, да? Может быть... Ну, если 40 миллионов, может быть, это дом. Так, вы говорили о доме, да? Какой дом это будет? Дом мечты Дәурена. Как он будет выглядеть? Дом с огромным участком, и там будет футбольное поле. Он вообще рьяный такой, болельщик и участник. И игрок. Да, игрок. Да, играю. Пару раз в неделю. На какой позиции? Бывает и в снег, и в дождь. Я удивляюсь, говорю, как ты можешь? Там снег на улице, минус 15 градусов, все равно вот такое вот. Так, в вашей команде кто лидер? Ну, я как восточная женщина, предпочтение, конечно, мужчине отдаю, но последний момент, если решающий, может быть, останется слово за мной. Нет, самый решающий момент, наверное, решение принимать буду все-таки я. Ну, я согласна. Итак, теперь правила нашей игры. Отвечая на каждый вопрос, вы должны распределить деньги по всем люкам таким образом, чтобы один всегда оставался свободным. Если вы поставите деньги на люк с неправильным ответом, то увидите следующее. Все деньги достанутся нашим инкассаторам. Сейчас здесь одной не хватает, значит, да? Нет, здесь, понимаете, это была 41-я пачка демонстрационная. Можете пересчитать, если вы нам не верите. Но здесь по-прежнему Дәурен все-таки не верит, да? Ну, давайте посчитаем. Не, мы привыкли считать. Все правильно, все правильно. Точно должно. Аида, Дәурен, вы готовы? Да. Готовы. И мы начинаем шоу 40 миллионов тенге. Внимание, первый вопрос, и мы выбираем категорию. Спорт. Кто это? Спорт. Кто это? Что возьмем? Я в спорте как бы не разбираюсь, а кто это? Кто это? Ну, тут тоже непредсказуемо. Тут спорт и тематика. Опасно брать какой-нибудь спортсмен из какой-нибудь команды, куда перешел, сколько заплатили. Да. Ну, давайте возьмем, кто это? Кто это? Итак, категория выбрана, и это кто это? Внимание, 4 варианта ответа. Ну,
если ты меня подведешь сейчас со своей темой, кто это? Архитекторов. Так, архитектор. Архитекторы, имена архитекторов. Депутатов. Депутаты, депутаты. Депутаты, сколько депутатов? Масонов. 400. Масонов? Зря мы эту тему выбрали. Прорабов. Прораб. Совершенно тяжелая вот вообще. Архитекторов. Я даже не знаю. Вопроса еще не было, Ида. Спокойно. Вопрос следующий. Кого иначе называют вольными каменщиками? Каменщиками. Архитекторов, мне кажется, вольными каменщиками. Кого иначе называют вольными каменщиками? Время пошло. Депутаты. Надо ставить уже. Можно, да? Да, конечно. И мне кажется, архитектор, прораб. Давай вот исключается. Давай на прорабов поставим. Сейчас, подожди. Вольные каменщики. Прорабы, архитекторы, но, естественно... Свободные. Время идет просто. Прорабов. Исключаем депутатов, естественно. Давай вот... Давай. Почему исключаем депутатов? Вот? Ну, потому что... Так. Давай архитекторы поставим, как бы, прорабы. А что такое масонов? Я вот первый раз это слово слышу. Масоны, ну это что-то, я даже не могу сказать. 17 секунд, все, ставь. Прорабы. Так, раз, два, три, четыре, восемь. Ой, боже, вернуться на свои места. Время вышло. Так, ну вот в первом вопросе Аида проявила такую большую инициативу. Даурен как-то немножко потерялся. Незнакомые масоны, профессии? Масоны, но это что-то с революцией, с французской, что-то. Это что-то такое, я даже не знаю, что мало, вы сказали. Масоны, да, но я знаю, что что-то с революцией связано, с французской именно масон. Но зря мы туда, конечно, поставим. Почему не депутатов? Ну, депутаты... Потому ну, что, да, сказали потому вы Даурен. Да. Ну что, давайте проверим ваши ставки. Вариант архитекторов. 18 миллионов тенге. Вариант масонов. Неужели 8 миллионов тенге. Правильно сделали. И вариант прорабов. 14 миллионов тенге. Ну что ж, давайте узнаем ответ может, на ваш депутаты? Первый вопрос. А, может, депутаты? Нет. Архитекторы работают по... Ну, по чертежам, ну, да, готовым но... чертежам. По прорабы. Готовым, да. Прорабы. Нет, прорабы работают по чертежам. Архитекторы, архитектор, да, чертежи. По-моему, архитекторы, правильно. Сколько у нас там больше? Не знаю. Архитекторы. Они же вольны принимать как по своей дизайне. А здесь подвох, по-моему, вот, вольные каменщики. Я думаю, пора уже узнать. Да, тут не знаешь, не предугадаешь. Ну, вот зря мы эту тему выбрали, мне кажется. Неужели с первого вопроса? Сейчас как ужас какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй. 18 миллионов тенге достаются нашим инкассаторам. Блин. Архитекторов не называют вольными каменщиками. Кого же называют так? Депутатов, масонов или прорабов? Давайте узнаем. Времени не хватило мне. Да. Вот задуматься, вот не хватило мне времени. Может, депутаты? Ну как их могут вольными каменщиками называть? Ой, так побыстрее бы. Нет, знать. Здесь надо. Это, увы, не прорабы. Вы теряете депутаты, еще 14 миллионов тенге. Но не масоны. Мы сейчас вылетим. С первого вопроса. Позор. Масонов или депутатов? 8 миллионов тенге или ничего? Успел о чем-то задуматься тут.
Не говори, вот, ну... Смотрю, 15 секунд уже остается, надо уже сдать. Да, время, вот это вот время убивает, оно, конечно... Я уже просто начал депутаты, ставить на то, что ты мне указала. Вот... Ну ладно, я виновата. Депутаты. Нет, ну... Что не так страшно? 8 миллионов тенге ваши. Заберите скорее эти деньги. Английского языка выражение Freemasons означает вольные каменщики. Это английский. Этого слова я не знал. Итак, впереди у вас 7 вопросов и 8 миллионов тенге. На первом вопросе вы, увы, потеряли 32 миллиона тенге. Целое состояние. 32 миллиона на... Ну, хотя бы 8 вот эти сохранить. Ну, хотя бы одну пачечку оставить. Может быть, стоило все-таки выбрать тему, которая вам была ближе? Да, все-таки вот ближе. Спорт, ну, Даурен. Спорт мне не ближе. А Даурену? Ну, Даурен, нет, спорт я играю, но я журналы, спортивные газеты, я немного их читаю. И только вот чемпионат мира, вот, я смотрю и интересуюсь. А вот клубные, я не сильно их. Итак, второй вопрос. И вновь выбираем категорию. Наука, климат. Климат, наука. Климат, климат, наука. Ты науки разбираешься? Сейчас, ну, как будто бы проще климат, да? Да, как бы проще климат, да, мне кажется. Давай климат возьмем, оно. Итак, какую тему давайте вы выбираете? Климат. Давайте климат. А я вас понял. Тема климат. И также 4 варианта ответа. 4 варианта. 8 миллионов. 8 миллионов надо разделить. Да. После этого. Высокогорный. Высокогорный. Какой-то страны, высокогорный. Континентальный. Континентальный. Морской. 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 Муссонный. Муссонный. Муссонные дожди, это субтропики. Континентальный климат. Так. Морской климат. Где морской климат? Морской климат, но где морей побольше? Послушайте вопрос. К какому типу относится климат Казахстана? Континентальный, континентальный, морской или муссонный? У нас горы занимают всего лишь 10%. Вот я помню слово такое, резкий континентальный. Время пошло. Что-то да. Я такое читал. Ты знаешь, мне кажется, у нас хоть и горы есть, но они только 10% занимают территории. Поэтому... Морскому нет, муссонный это где-то... Ну, высокогорный, вот нет, но явно не... Где-то... Нет, это в тропиках, где-то... да. Давай, я это, думаю, это вот, явно, я думаю, вот континентальные давай и высокогорные, давай. Высокогорные, может быть, так? Может быть, ну, знаешь, высокогорье у нас есть, но климат континентальный. Поставить. Может быть, я думаю, вот это. Вот сюда. Нет, я думаю, высокогорные, это... Ну, климат. Примерно где? Нет, ну, у нас на юго-востоке только, в принципе, и все. А остальные части... Нет, где в мире есть высокогорные? Осталось 15 секунд. Нет, мне кажется, я думаю, здесь, я хочу ну, здесь хорошо, оставить. Давай оставим, так? Морской явно не морской, у нас только два моря, но и то, они только на западе, муссонный не может быть так. Высокогорный. Время вышло. В этот раз гораздо легче посчитать ваши ставки. Ставку, да. Точнее. Это 8 миллионов тенге на варианте континентальный. Ты точно уверен? Я думал, я не знаю химию, но я и географию позабыл немножко. Химию ты не знаешь, географию тоже. Спорт. И что-то и мои умственные способности тут резко ухудшились. И тем не менее, все деньги на ответ континентальный поставил Даурен. Аида только размышляла, да, сколько я... у нас гор, ну, сколько да, процентов. Ну, я так знала, так что 10% гор только у нас. Почему вы решили не подстраховаться и убрали пачку с варианта высокогорный? Ну, потому что, наверное, не весь климат Казахстана все-таки не высокогорный. У нас континентальный. Мы вот на континенте Евразии находимся. Поэтому горы у нас только 10% составляют территорию Казахстана. А основная часть у нас равнинность. Ну что ж, ваша логика мне ясна. Давайте проверим, насколько она правильна в этом вопросе. Хотя бы сохранить. Хотя бы две пачечки. Концентрируйся. На следующий вопрос. Сейчас...
Вот упадет сейчас, просто сейчас выйдем. Ну а что а делать? Не упадет. Если останется, вот, надо вот оставить силы на следующие вопросы просто. Давай посмотрим, ну побыстрее. Эх, все равно. Ожидания хуже некуда. Мы два исключили сейчас. Континентальный или высокогорный климат на территории Казахстана? Минута это пролетает, как, не знаю. Ну да, не то, что вот по телевизору, когда смотришь. Я не могу размышлять, когда меня торопят, я уже ступор ловлю. Просто тут и... Не, с телевизора я смотрел, я мысленно распределял, как надо. Ну да, там все знаешь, и еще успеваешь поругать игроков. Думаю, ну а такой или не так? Не, я успевал там, а здесь... Я вас поздравляю. Заберите ваши деньги. 8 миллионов тенге. Климат Казахстана является резко континентальным. Даурен совершенно верно сказал. Я его поддержала. Итак, у вас впереди 6 вопросов и 8 миллионов тенге. Вот дойти бы с этими 8 миллионами до 8 вопроса, подстраховаться, да? Так, подстраховаться целым миллионом. Так, ну я вам желаю удачи искренне. Жаль, теперь давайте выберем следующую категорию. Костюмы. Географический объект. Костюмы. Географический объект сейчас странно скажет, то, что вот два вопроса подряд географические. Например, если выберем географический объект, вопрос будет географический. И два вопроса подряд географических. Ну, да, сейчас понимать. Скажет, самая высокая горная вершина. Может быть, географический объект выберем, и я еще что-нибудь вспомню. Да, ну, ты так думаешь? Но... Монетку бросим. Давайте монетку бросим. Давайте. Итак. В костюмах я на тебя надеюсь. Костюмы. На географическом. Орел. Географический объект – решка. Угу. И это решка. Решка. Значит, ну ладно, географические объект. Объекты. Итак, категория «Географический объект». И 4 варианта ответа. Так. Географический объект. Не, хорошо, что сложная эта тема. Сложная тема, да? Костюмы я подозреваю. Ну ладно, давай посмотрим, что нас архипелаг. Ждет. Архипелаг Занзибар. Занзибар. Гора Килиманджаро. Килиманджаро. Высокая точка Африки. Джомолунгми. Пустыня Сахара. Пустыня Сахара. Сахара. Это в Африке находится. Река Лимпопо. Лимпопо в Африке находится. Река Лимпопо в Африке. Архипелаг. Еще ее называют рекой, крокодиловой рекой. Архипелаг Занзибар, где он? Занзибар это что-то Африка, что-то... Подождите, давайте услышим вопрос. Давайте. Какой географический объект Африки 18 раз упоминается в стихотворной сказке Корнея Чуковского о докторе Лимпопо. Айболите? Лимпопо. Лимпопо там. Лимпопо. Лимпопо. Да, нет, наверное, ну естественно Лимпопо, не Сахара, да? И не Килиманджаро, и не Занзибар. Не, наверное, все-таки... Лимпопо. Поставим на Лимпопо, я думаю, да? Там водятся крокодилы. Как будто бы уверены, да, сейчас, но не так, будем торопиться со остановкой времени. Ну, Калиманджаро, я не слышала об этом. Так, пустыня Сахара, я естественно, помню, нет, она не склоняется же. По опыту на реке Лимпопо живут крокодилы. Мне кажется, да, вы правильно поставили. Там было много вопросов про Айболит. Айболит, так, на реке Лимпопо. Можешь? О чем там поется, как она поется? Ну, на реке Лимпопо водятся крокодилы. Еще? Ну, не, что еще? Ну, вот у меня ассоциация с крокодилами. Крокодилы болели. Лимпопо, это, да. Но я не могу сейчас в стихотворной форме. Надо я знаю, что зубы у крокодила заболели там. Он вылетал еще туда лечить. Да, время вышло. Ну что же, они снова пошли ва-банк. 8 миллионов тенге на варианте река Лимпопо. Ну, я тут, знаете, у меня все-таки опыт как бы воспитания ребенка есть, и это было очень давно, и я вот помню, что сыну читала. Вы ему читали Корнея Чуковского? Да. Ну что ж, давайте посмотрим, не подвела ли вас память. Давай, как?
если я сейчас правильно, потому что, знаешь, вот на реке Лимпопо водится крокодил. Еще у одного крокодила заболел зуб, и Айболит вылетал на вертолете, лечит ему зубы, что ли, что-то такое. Зрение плохое, я вот так с трудом вот это различаю, то, что написано, от блачки. Архипелаг Занзибар все еще не открылся. Да. Ой, неужели вы сейчас вылетел? Давайте посмотрим, вылетел? Какой люк откроется сейчас. Давай сейчас не будем обсуждать это уже. Ну давай, уже поезд уехал. Вот это вот ожидание вот все равно вот заставляет усомниться. Кому достанутся деньги? Нашим игрокам или инкассаторам? Мы узнаем сразу после рекламы. Перешел 40 миллионов тенге. Генеральный спонсор программы «Казкоммерцбанк». Вам срочно нужны деньги? В «Казкомме» вы можете получить экспресс-кредиты до 2 миллионов тенге. Экспресс-кредиты – быстрые деньги от «Казкома». А у меня в студии друзья, коллеги Аида и Даурен, которые вернулись в детство. Они отвечают на вопрос, какой географический объект Африки 18 раз упоминается в стихотворной сказке Корнея Чуковского о докторе Айболите. Они думают, что это река Лимпопо, потому что именно на этот вариант ответа они поставили 8 миллионов тенге. Это все их деньги. Река Лимпопо или архипелаг Занзибар? Пришло время узнать правду. Ой, 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 сейчас я не знаю. Страшно-то как. Просто не думай об этом вопросе. Все, мы этот вопрос уже прошли. Прошли. Ну, каков да. результат будет? Может быть, отвлечься? Лучше вспомни, 18 раз Корней Чуковский упоминал ли. Не хочу домой без денег. У нас еще 5 вопросов. У меня такие планы. У нас еще 5 вопросов, надо их пройти. 5? Еще 5? Ой, это уже 3 получается. Это 3 вопрос, у нас еще 5 вопросов. Ой, как много еще, боже мой. 5 вопросов. И 5 раз вот такие переживания. Я вас поздравляю, заберите ваши деньги. 8 миллионов тенге. Давайте вспомним старую добрую сказку о докторе Айболите. Как там говорилось? Да, на и сел на кита Айболит. И одно только слово твердит. Какое? Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. Итак, 18 раз. Ну что же, именно Лимпопо сохраняет вам ваши деньги. 8 миллионов тенге. Впереди у вас 5 вопросов. Ну, вы как-то так вот в уме уже стали расставаться с этими деньгами? Нет, столько было планов, много. Поедем домой без денег. Как-то вот. Да нет. Вы так всегда сдаетесь быстро? Нет, мы победим. Я знаю, что мы победим. Да, не надо вот этих слов. Это на меня тоже наводит. Нет, нормально, все, позитивно мы смотрим. Мы негативные победим. Флюиды, я прям вижу, как они идут. Нет. Флюиды убираем. Да. Все, мы победим, однозначно. Ну, поэтому я вам рекомендую не торопиться. Мы должны. Более взвешенно подходить к каждому вопросу. Внимательно его читаем. Итак, следующий вопрос и вновь две категории на выбор. Артисты цирка. Перевод. Точно, я не знаю. Артисты цирка. Перевод. Сейчас какое-нибудь перевод. Слово перевести с какого-нибудь языка. Перевод, наверное, скорее всего, языковой. Языковой. Перевод. Языками мы не владеем. Английский я знаю. Как уже выяснилось ранее. Я немножко знаю китайский, но... А я немецкий еще знаю. Ну, смотрите, в шестом сейчас немножко и все языки вспомним, будет, да? Да? Так, перевод либо артисты, я так затрудняюсь выбрать эту Нет, тему. Я, что вам я, ближе? Я к переводу. Переводу? Даурен сказал переводу. Перевод, как мужчина. Перевод. Ну ладно, как мужчина, пусть будет перевод. Все, перевод. Итак, категория выбрана, это перевод. Но я потом тебя убью. И 4 варианта ответа. Диета. Диета. Перевод слова диета. Имидж. Имидж. Имидж от английского слова имидж, наверное. Режим. 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 Блин, характер. Надо было характер. Знать. Характер от английского слова character. Ну и что, как это переводится? Характер.
Нет, характер, темперамент, по-моему. Глубочайшее познание языка. Очень. Ну зачем? Итак, вот и вопрос. Выбрали. Какой из этих терминов происходит от греческого слова, которое в переводе означает образ, образ жизни? Жизни? Образ жизни. Сейчас. Диета, имидж, режим или характер? Режим. Имидж. Время пошло. Диета, режим, режим, характер. Вот я склоняюсь больше, ты знаешь? Так, какой из этих тем происходит от греческого, который в переводе означает образ жизни? Образ жизни. По смыслу подходит? Имидж и режим подходят, но не диета. Образ жизни, она... Диета не может быть образом жизни, это только... Если вы не уверены в ответе, я вам рекомендую распределить деньги по люкам. Режим, имидж. Диета? Имидж. Образ жизни или нет? Нет, это диета, но это желание каждого. Но, 25 секунд. Но, да, вообще-то может быть и диета, в принципе. Характер. Хочу исключить характер и имидж. Почему? 15 секунд. Распределяйте имидж. Деньги по люкам, если имидж, вы не уверены. Это как переводится? 10 секунд. 4 миллиона ставь на диету. 7. Ты так думаешь? 6. 5. 4. Давай 3, вот так. 2. 1. Время вышло. Время вышло. Увы. Это правило игры. Растерялись. Композиция из 8 пачек распределилась на 3 люка. Каким образом? 2 миллиона тенге на варианте диета, 3 миллиона тенге на варианте имидж и 3 миллиона тенге на варианте режим. А почему вы на характер не поставили? Не знаю, я его от английского слова. От английского это слова. Нет, это не образ жизни. Да. Нет. В вопросе у нас, кстати, идет речь о греческом языке, тем режим, не менее. Нет, итак, давайте узнаем, какой образ жизни вели древние греки. Ой, посмотри, там 3, тут 3, тут 2. Ёлки, как мы уже теряем деньги. Мне кажется, такой легкий вопрос. Ну, легкий он, да, но легкий. Но тут греческое. И видишь, это иностранные слова, заимствованные в русском языке. Надо было потом... перевести все слова. Диета. Ну, кто знал? Я диету и режим непонятно. Ну, режим. Я больше склоняюсь почему-то к режиму. Режим. Режим, по-моему, не греческое это слово. Почему режим. Ты так думаешь? Режим дня. Ну, режим явно. Смотри. Это не режим и не имидж. И эти 6 миллионов тенге уже не ваши. Представляешь? Они в руках у наших инкассаторов. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько здесь упало? 6 миллионов. Режим ай-яй-яй. От латинского режимен. Управление. А имидж от английского образ. Имидж. Имидж. Yes. Зря мы на имидж поставили и на режим. Чертов этот. Характер или диета? У нас еще 4 вопроса, и на 4 вопроса надо думать, как теперь с двумя пачками. А ты уверен, что эти 2 пачки? Сейчас посмотрим. Главное, не волнуйся. Так. Это, знаешь, думай. Вот как отвлечь себя в этот момент? Не вот знаю. Воля-неволя смотришь на эти контейнеры. Хоть бы эти 2 пачечки сохранить. Я еще взяла с подъема. Я вас поздравляю. Это на самом деле диета. Заберите ваши деньги. 2 миллиона тенге. Я взяла, блин, ой, я переставила. Характер. С греческого буквально черта. А диета, диата с греческого, образ жизни. Ты был прав. Вот. Теперь не будете знать, что греки... держали диету. Диету, да, строго. Поэтому так они хорошо выглядели. Итак, у вас впереди 4 вопроса. И все еще 2 миллиона тенге. Аида расстроилась. Ну да. Заметно. Потому что это была моя вина, я признаю. Итак, впереди у вас 5 вопрос. Наши правила меняются. Друзья, теперь у вас будет только 3 варианта ответа. И вы должны будете распределить деньги только по 2 люкам. Один люк оставляю свободно. Вы готовы? Да. Тогда выбираем категорию. Кино, медицина. Ты какой? Какому? Я не там и не там не могу тогда сказать, я выберу, что да? Я. Да, Даурен. Я право выбора тебе выбираем. Не даю. Медицину выбираю. Итак, Даурен выбрал категорию медицина.
И, внимание, только три варианта ответа. Если что-нибудь сейчас про Гиппократа там. Да, когда вот... Гидротерапия. О. Гидротерапия. Криотерапия. Это льдом, льдом. Крио. Гидротерапия. Анестезия. Анестезия, обезболивание. Лед, вода. Да. Гидро, лед, вода. Это обезболивание, анестезия. Так. И вопрос. Лечение как по-научному называется все. Лечение холодом? Можно приступать? Все? У нас как бы досрочно. Время пошло. Все, ставь. Криво. Досрочно, да, у нас как бы ответ. Я могу подтянем остановить немножко. Таймер? Да? Нет, 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 давай не будем останавливать таймер. Ну, криво, я знаю. Гидро это вода. Будете стоять и мучиться. Я, да? Не, я хочу нет. Еще раз внимательно криво, прочитать. Криво, криво, я знаю, я потому что интересовалась этот... нет, вот, как маски лечебные и все такое, ну, как женщина. И этот есть еще, как бы, устранение морщин и все такое, криотерапия. Проводится. Mm-hmm. Это лечение льдом. А анестезия про анестезию? Анестезия это вот как, ну, обезболивание же анестезия. Там вообще льда нет. Холод ни при чем, да? Ну, нет, но анестезия же вводит препараты. Все. Гидро это вода. Можно остановить здесь. Я останавливаю таймер. Аида приняла решение поставить все деньги, 2 миллиона тенге, на вариант криотерапия. Будучи уверены в своем ответе. Да, я уверена. Вы когда-нибудь проходили курс криотерапии? Нет, я хотела пройти, но пока, по-моему, мне еще рановато. Нам еще долго будет рановато. Ну, давайте узнаем, как по-научному называется лечение холодом. Анестезия. Криотерапия или гидротерапия? Такой сейчас опять ожидающий момент. Ой, это наши две пачки. Момент, все. Который я заставляет сомневаться во всем абсолютно, да? Ну, не говори. Так, ожидаю. Миллион тенге это? Ну, в принципе, а нет. А 2 миллиона тенге это? А 40? А 40 это вообще шикарно. Но 40 это фантастика. Я хочу забыть про эти 40. Я хочу уже сейчас забыть, не да. Думать. Это сейчас мне будет мешать. 40 играть. Миллионов не это получится. То же самое, что стать генералом не каждому дано. Ну, будем уповать, чтобы 2 миллиона сохранить. И вы их сохранили на самом деле. Забирайте ваши деньги. Это на самом деле криотерапия. Итак, ваши внутренние гонки. Вперед вырывается Аида. Потому что она ответила ладно, правильно. У нас же команда, у нас нет соревнования между собой. Просто мы можем ошибаться, мы же люди. Да. А как вы будете делить деньги вашей команде? Пополам, конечно. Пополам. То есть вы не будете считать так, я ответила правильно на 6 вопросов. Нет, ни в коем случае. Ты на 2. Нет, такого нет, не будет. Нет, нет. Ну что же, у вас впереди 3 вопроса. По-прежнему 2 миллиона тенге. Итак, вы готовы? Да. Тогда выбираем следующую категорию. Что это? Родственники. Родственники. Что это? Родственники, родственники. Подожди. Я думаю, родственники. Подожди, не нет. Не стоит. Не стоит, мне кажется. Сейчас скажут, чей родственник там. Президента дочери, там, например, или еще что-нибудь. К какому такое. Варианту склоняешься? Ну, что это? Что это может быть сейчас что угодно? Ну, что ты выбираешь? Какой выбираешь? Ну, я родственников Я тоже выбираю. Родственники. Итак, вместе да. Вы выбираете категорию родственники. Родственники. А вы не родственники, кстати? Нет, мы не родственники. После игры, возможно, ими станете. Итак, три варианта ответа. Печорина. Кто это? Печорина. Онегина. Онегина. Печорина. Обломова. Обломова. Обломов. Обломов. Русская литература. Да, русская. Печорин это. Кто это? Сказал Даурен. Печорина не знаешь. Лермонтова произведение. Онегина. Онегин это. Внимание, вопрос. Дядя какого известного персонажа отличался необыкновенной честностью правил? Я уже знаю. Онегина. Печорина. Мой Онегина. Дядя самых честных Обломова. Правил.
Все, Нана. Онегин. Онегин. Время пошло. Онегин, ставь. Все. Вы можете время остановить. Стоп, нет, нет, нет. Подожди. Не, ну давай. Ну, мой дядя самых честных правил. Там дядя дальше. Какого известного? Евгений Онегин. Отличался необыкновенно честно. Татьяна Ларина, Евгений Онегин. Необыкновенно честно. Все. Произведение начинается со слов. Мой дядя самых честных правил за ней мог, и я там к нему отдался, короче, то на все, 5-10. Мой дядя самых честных правил. А кто это поет? Не поет! Это произведение. Нет, кто ее? Евгений Онегин. Ага. Едет дальше. Вот в деревню к дяде, он за ним мог, дядя, понимаешь? Угу. Вот. Кстати, у меня мама учительница русского языка и литературы. Дядя, ну, так это видно сразу. Отличался необыкновенно честности правил. Ей, наверное, стыдно за меня. Дядя самых честных правил. Да, это Онегин, Евгений Онегин. Печорин, это Лермонтов, Обломов не может. Время вышло. Еще немножко, и Аида бы прочитала всего... Евгения Онегина. Да, но я его всего раньше знала, но и сейчас уже. Вот я плохо читал это все. Ну, видимо... Эх, не зря мама меня заставляла читать литературу побольше. Да, видимо, Даурена читать не заставляли совсем. IT-технологии. Все. Итак, ну давайте проверим, из какой песни или не песни... С какого произведения? Слово не выкинешь. Обломова, Онегина, Печорина. И правильный ответ мы узнаем сразу после рекламы. В эфире шоу «40 миллионов тенге». Генеральный спонсор программы «Казкоммерцбанк». А у меня в студии Аида и Даурен, которые вспоминают классиков русской литературы. Отвечая на вопрос, дядя какого известного персонажа отличался необыкновенной честностью правил? Печорина, Онегина или Обломова? Аида уверена, что речь идет об Онегине. 2 миллиона тенге она поставила на люк с этим вариантом ответа. Давайте проверим, насколько хорошо она помнит русскую литературу. Песня, я не имел в виду песню. Песня о вещем Олегина. Ты это хотел? Это я перед мамой оправдываюсь. Тебе нет оправдания. Принеси... Мама, я просто волнуюсь здесь. И... Принеси домой миллион тенге, и мама все простит. Да, конечно. Я уверен. Купишь маме подарок? Так и сделаю. Мама поставит так пятерку. Да, липовую, да? Снова. Ну, за миллион, может быть. Приду с деньгами домой, мама даже не вспомнит про этот вопрос. Мама, вот тебе. Ну, ну же, открывайся. Сезам, откройся. Такое ожидание, одним да? разом. Давайте вот одним разом сразу. Два неверных. Да. Два неверных. Сейчас у нас какой вопрос будет по счету? Седьмой? Мы что, до седьмого дошли уже? Не помню. Отвечали. Я вас поздравляю. 2 миллиона тенге ваши. Заберите их скорее. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Между прочим, в 19 веке это... Слышал я где-то об этом. В 19 веке выражение «уважать себя заставил» означало, что дядя уже собирался... Да, пристать перед Всевышним. Уже умер, точнее. И Онегин ехал за наследством. Я бы тоже поехала. Зачем ехать вы здесь? Вам нужно ответить только на два вопроса. Сохранить нужно, да. У вас впереди... Два вопроса, 2 миллиона тенге. Выбираем категорию седьмого вопроса. Витамины, фарфор. Фарфор и витамины. Давай фарфор возьмем тогда, что? Фарфор. Давайте фарфор. Итак, категория выбрана, и это фарфор. И снова три варианта ответа. Бисквит,
Майолика. Майолика. Фаянс. Фаянс. О, нет, ой, ни один из этих слов. Я зря мой фарфор выбрали. Ни о чем не говорит. Фаянс, это вот фарфор, а вот эти я не знаю. Как называется непокрытый глазурью фарфор? О, елки-палки. Непокрытый. Бисквит, майолика или фаянс? Значит, остальные два покрытые глазурью. Да, майолика, фаянс. Бисквит, бисквит, майолика. Время пошло. Мне эти... У вас две пачки денег, вы можете их распределить по двум люкам. Как майолика, фаянс, фаянс, фаянсовая посуда. Какая она гладкая. Непокрытый глазурью фарфор. Майолика, бисквит. Как бисквит. Называется непокрытый глазурью фарфор? Фаянс покрыт. Глазурью покрытый, но два блестящий. Из них покрыты. Непокрытый. С чем у вас ассоциируется два глазурь? Из них покрытый, один непокрытый глазурью. Бисквит. Что такое бисквит? Ну я что не знаю, это какой-то, какая-то. Ну не говори кондитерское изделие, я вообще не знаю. 20 фаянс, секунд. Фаянсовая посуда. Бисквит. А вдруг бисквит? Не покрытый. 10 фаянс. Секунд. Бисквит. Бисквит. Может быть... Да, поставь туда. Фаянс. Фаянсовая посуда. Фаянсовая. Она гладкая. Время вышло. Зря мы этот фарфор чертов выбрали. Итак, 1 миллион тенге на варианте бисквит. И 1 миллион тенге фаянс, на варианте фаянс. Покрыт фаянсовая посуда, ну... Но... Поздно думать, честно. А чем майолика не понравилась? Зачем майолика? Не знаю. В самом конце Аида спросила, почему не бисквит? Ну, пожалуйста, бисквит. Вот так и было. Ну что ж, давайте посмотрим, была ли это выигрышная тактика или нет. Мне кажется, майолика нужно было. Фаянс, он, по-моему, гладкий. Ну что сейчас об этом? Глазурью он гладкая, видишь? Фаянсовая посуда, она же гладкая же, а вот непокрытая. Поздно об этом думать. Поздно. Не буду об этом думать. Все. Как сейчас, интересно, сделают? Два откроют или один? Хотя бы здесь одну пачечку сейчас... сохранить. Давайте по одному здесь будем открывать контейнеры. Нет. Так сейчас интереснее будет. Если хоть сразу как. Две пачки упадут, это будет неинтересно. Зря мы фарфор выбрали. То, что не знаем, полезли. Надо было витамины. Ну, витамины тоже такие же непонятные слова были бы. И что? Майолика, майолика, фаянс. Сейчас как... Вы еще не проиграли. Смотреть. Что подождите, вы думаете? Надо было, надо было. Почему по одной открывают, а? Это не фаянс. Это я попросил. Все для Даурена. Блин, я же знала, что 1 миллион фаянс. Тенге вы теряете в этом вопросе. Откуда? Да потому что фаянс гладкий. А почему ты об этом не сказала? Да я говорила. А почему тогда не поставили на другой люк? Ну, он так уверенно все это распределил, и я но уже... Но он сразу признался, я ничего не знаю. Вы же играете вместе. И это ваши майолика. Общие деньги. Мне кажется, майолика. Ну что ж, давайте узнаем. Все-таки майолика или бисквит? Адреналина. О, не говори. Хоть бы одну пачечку сохранить бы. Неужели? Так вроде бы неплохо шли, и вот нас засыпались. На какой-то 30 миллионов на первом вопросе. Неплохо шли, да? 30. Всем бы так ходить по жизни. 2 миллиона на первом вопросе уронили. Да. Ну, неплохо, да. Не, ну, в принципе, мы ва-банк очень много ставили и были... Не, это легкие были вопросы. Ну, не скажи, для тебя песня об Олеге, конечно. Евгении. Да. Онегине. Нет, ты молодец. Ты... Yes. Я вас поздравляю. Заберите ваши деньги. 1 миллион тенге. Я говорю, ты молодец. Нет. На самом деле бисквит – это непокрытый глазурью фарфор. В то время как майолика и фаянс – это вот... фарфор, покрытый непрозрачной глазурью. Первый раз эти слова. Ну, бисквит.
Хотя бы вот эту конфета, по-моему, такая есть, да? Скажите нет, мне. Нет, это бисквит. Перед восьмым вопросом. Скажите, перед восьмым вопросом. Вы уже прошли 7 вопросов. У вас были разные тактики. Логика, интуиция. Вы вспоминали стихи, знания, в конце концов. Скажите, в восьмом решающем вопросе, какую тактику вы выберете? Так как шли, посмотрим. Ну, тут не предугадаешь просто. Вот действительно, настолько... Вот бывают элементарные вещи, а вот теряешься. Аида, у нас сейчас есть шанс. Надо так, у вас один шанс из 40 миллионов. Все. Один вопрос впереди. Спокойствие. 1 миллион тенге. А у нас меняются правила. Отвечая на восьмой вопрос, вы сможете положить деньги только на один люк, потому что будет только 2 варианта ответа. Это радует? Да, у вас будет на только один? Одно движение, поставить одну пачку денег на один люк. И все. Здесь шансов больше. Ну да, больше шансов, но не знаешь, куда поставить. Если вы готовы, мы приступаем к выбору категории. Сколько Покахонтас? Сколько Покахонтас? Это что за слово Покахонтас? Какое-то греческое? Покахонтас — это мультфильм. Это мультфильм. А, я не это смотрела мультфильм. Мультик. Мой любимый мультик, между прочим. Покахонтас. Ну, вы тогда можете вот так? Я его мельком так смотрел, когда сестренки смотрели. Я туда-сюда проходил нет, и пару раз видел. Ну, надо было сидеть и смотреть. Какой мне категорию вы выбираете? Посчитать. Вы же банкиры. Вы же сможете. Ну давай, я сколько? Склоняюсь. Итак. Я не смотрел мультик. Истинные банкиры выбирают категорию «Сколько?». 2 варианта ответа. Вот цифры сейчас будут. Сорок восемь. Я на тебя надеюсь. 28. Можно мне калькулятор? Ручку, бумагу, пожалуйста. Счеты. Счеты. Нет, счеты не нужно, калькулятор. Ручка, черновик и калькулятор достаточно сейчас. Давай, Даурен, Маня, я вопрос. На тебя надеюсь. Сколько лет после выхода фильма «Звездные войны» поклонники Джорджа Лукаса ждали завершения киноэпопеи? Я не смотрела «Звезды». 48 сейчас. Или 28 примерно лет. В каком году? Когда вышли? Сколько лет? Фильм вышел. Выхода, если 48 лет назад, время пошло. Киноэпопея, «Звездные войны 2», там, когда... Нет, сейчас, вышел? Сейчас, подожди. Давай. Я не смотрела этот фильм, честно слово. Следующий вышел где-то около... Ну, недавно. Сколько лет? Когда первый фильм вышел? Завершение киноэпопеи. 48 не могли. Даурен, вы этот фильм смотрели? Да. Он уже был в вашем детстве? Да. «Звездные войны» Джорджа Лукаса. 48, 28. Я не смотрела, к сожалению. 23 секунды осталось. 60 какие-то. Нет, 28. 28? Ты так думаешь? Ты уверен? Я не смотрела этот фильм. Первый, когда он вышел? Я не знаю, я не смотрела этот фильм «Звездные войны». Я не люблю эту фантастику. 1960. 50-е годы фильмы снимались вообще? Не, ну 50-е «Звездные войны» были. Время вышло. Давайте узнаем после этой игры. Аида и Даурен останутся друзьями-коллегами? Ну, естественно. Или разбегутся по разным департаментам внутри своего банка? О, как коллеги будут смеяться надо мной. Да. Они меня и одним из героев этого фильма как раз обзывают же. Кем? Да. Там. Они меня называют почему-то джедаем. Почему именно джедаем? Нет, не джедаем. Кем-то они меня называют. Ну, Вендором. Ну, нет, этот... Не который этот маленький такой? На Вендоре. Ну, тебе Вейдер, еще этот по почте присылают Вейдер, картинки. Вейдер. Так вылитый Вейдер тут стоит, Вейдер или как там тебя называют? В нашей игре Аиде и Даурену был задан вопрос. Ответили они правильно или нет, мы узнаем сразу после рекламы. Перешел 40 миллионов тенге. Генеральный спонсор программы «Казкоммерцбанк». А у меня в студии Аида и Даурен, которые смогли дойти до последнего решающего вопроса. Сколько лет после выхода фильма «Звездные войны» поклонники Джорджа Лукаса ждали завершения киноэпопеи? 28 лет или 48 лет? Свой последний 1 миллион тенге Даурен поставил на вариант 28. Хоть бы выиграть, хоть бы.
такой тяжелый путь прошли. Ну, так долго, я не могу ждать. Все, надо заканчивать уже. Мне уже... Пора. Я не буду смотреть. Есть! Я вас поздравляю, и это правильный ответ. 28 лет. Скорее заберите ваши деньги. 1 миллион тенге. Они все-таки смогли сделать это. Они уходят из нашей игры с выигрышем. Первый фильм «Звездные войны» вышел в 1977 году. И спустя ровно 28 лет, в 2005 году, вышел фильм «Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов». Вам часто везет так по жизни? 1 миллион тенге все-таки. Ну, я вообще человек довольно-таки не азартный. Но везучий. Везучий, однозначно. Добрина, вы? Я все время буду стараться не думать о 39 миллионах тенге. Да, ну, гложет. А сейчас я хочу пригласить сюда наших друзей, инкассаторов, потому что у вас в руках очень большая... А что они, Аида, говорит? Все, уже теперь точно. Я за все ответила, да? На самом деле, они сопроводят вас, чтобы с вами ничего не случилось. У вас в руках очень большая сумма денег. Они не заберут? Нет. Уже нет. Что-то мне не внушает их. Не внушает доверие. На самом деле, они очень добрые, славные ребята. Они вам помогут сохранить ваши деньги, в случае чего. Я вас поздравляю всей души. Это ваш выигрыш, это ваша удача. Но я думаю, что самая большая удача в том, что вы есть друг у друга. Вы собрали команду. Вы пришли сюда, и вы выиграли 1 миллион тенге. Ура! Я вас поздравляю и желаю вам дальнейшей удачи в жизни, в работе и везде. Пожалуйста. Аиде и Даурену удалось унести в нашей студии 1 миллион тенге. Я прошу наших инкассаторов восполнить призовой фонд. Сіздер 40 миллион тенге шоу бағдарламасын тамашаладыңыздар. Және осы ақшаларды ұтып алуға келесі мүмкіндікті туп-тура бір аптадан кейін тағы да береміз. Көріскенше!